Ну и метель! Не видно ни черта! Как бы в этом поле не замерзнуть, Юрий Дмитриевич! Тут двор постоялый был неподалеку! Люди добрые! На помощь! Слышишь? С кем-то беда приключилась! Грех мимо пройти! Алексей, подожди меня здесь, я сейчас! Темно, хоть глаз выколи. Люди добрые! Казацкая сбруя. Как в эту глушь принесло вольного казака? Высерки подколотные! Кобыла еще теплая. Ее владелец должен быть где-то неподалеку. Помогите! Люди добрые! Помогите! Кого здесь черти носят? И иди ж вашу маковку по самые уши! Ну чего столбом стоишь? Помогай давай! Облезлы. Все, думал, сожрут меня. Спасибо тебе. Что, живой? Повезло тебе, что дерево подходящее нашлось. Живой, живой. Порох у меня отсырел. Без тебя не отбился бы. Ну, раз живой, так уж назовись. Я Кирша, вольный казах, и сам себе господин. А теперь и ты назови себя. Я Юрий, из бояр Милославских. Спасибо тебе, боярин, не забуду я тебя. Ладно, теперь жилье бы найти, а то так замерзнуть недолго. Здесь двор постоял недалеко, там и помощь найдем, и согреемся. Раз уж нам вместе дорога лежит, скажи, боярин, за кого стоишь? За кого? За Бога и за царя истинного. Много сейчас царей. В Москве королевича польского ждут. И мой приемный отец, боярин Кручина, на том стоит. А значит, и я с ним. А зачем нам ляжский королевич? Державе нужен сильный царь. Чтоб никто мутить воду не смел. Ну, с этим не поспоришь. Алексей, это Кирша, вольный казак. Дальше вместе пойдем. Много вольного люда ходит сейчас по Руси. Поди пойми, кто друг, а кто враг.
Место переночевать найдется? Поклон тебе. Чьих будешь, уважаемый? Из бояр Милославских я, Юрием Дмитриевичем зовут. Большая честь для меня. Найдем место и для тебя, и для спутников твоих. Как в округе-то? Спокойно? Ох, боярин, какое там спокойно. То ляхи наедут, то разбойники набегут. А еще и зверь дикий лютовать стал. В лес выйти страшно. Зиму еле пережили. Тяжелые времена настали. Да, воистину тяжелые. Заходите внутрь, гости дорогие. Отдохните с дороги. Скажи, Кирша, где был, чего видел? Что говорить? Мало жил, да много видел. И степь без края, и море черное, и добычу брал, и терял ее за день. Бог пока милует, а рука крепка. А тебя, боярин, куда судьба бросала? Да, побросала немного. И для князя Скопина Шуйского языков брал, и под Клушиным меня гусары с коня копьем сбили, так что год пришлось отлеживаться. А саблю рука не забыла еще? Размяться не желаешь, боярин? Сейчас? Нет, ну вообще не забыла, но может поутру поразмяться можно. Надо с людьми поговорить, разузнать, что как. Ну что, боярин, не растерял за ночь охоту с саблями поиграть? Гляди, погодка какая! Само дело по холодку сталью позвенеть. С саблями я всегда рад. Становись, Кирша, спляшем. Руки у тебя, боярин, откуда надо растут. Слабоват после ран пока, но то дело наживное. К лету заживет. Дай бог здоровья. Да, дела. Складывается против него, и как назло... Эй, служба! Еды и пива! Быстро! Быстро! Все остальные прочь! Челом тебя, вашмость! Чё шумишь? Лучше пойдем с нами, угостись! Со мной пить многовато вам чести! Пошли прочь, пока батагами вас не погнал. Ты со мной так говорить не смей! На нашей земле ты в гостях, так что прояви уважение! Смотрите, тварь лесная, еще что-то булькает на языке своем собачьем. Беги, Москва, пока цел. А сабли, пан, не побоишься? Твоей не побоюсь. Ну, айда, спляшем!
Вижу, что у вас с нашими гостями свой разговор был. Это ты хорошо сказал. Спасибо тебе за помощь. А мне пора в дорогу. Надеюсь, мы еще встретимся. Тогда ступай, да немедли. Алексей, мы и дома. 100 лет тут не был, а все как прежде. Здравствуй, батюшка Юрий Дмитриевич. Заждались мы тебя. Кто к нам пожаловал? Сам Юрий Дмитриевич. Я рад тебя видеть, Григорий. Давненько не виделись. Как раны твои? Говорили, знатно тебя гусарские кони потоптали. Было дело, но с Божьей помощью отлежался. Добро, добро. Что видел, пока сюда добирался? Худо совсем на дорогах стало. Купцу с обозом не проехать, крестьянину не пройти. Если тати не убьют, так поляки обдерут как липку. Порядка нет. Вот и развелось душегубов. Но как новый царь на престол сядет крепко, так и наладится все. А точно наладится? Много кто Владислава на троне не хочет. Боярин Кручина сказал, наладится. А он-то на свете повидал куда больше нашего. Да и я, знаешь, на его службе полстраны изъездил. Не знаю, не знаю. Бояре в Москве Владиславу присягнули, но недовольных все пруд пруди. Пока еще их вразумят. Уж не сабли ли ты их убеждать собрался? На боярина лучше смотри. Он уж давно впереди войска не едет, а дела вершит великие. Иной раз словами не обойтись. Саблю тоже доставать надо. Вот и развоевался. Силы-то вернулись. Саблю в руке сейчас держать можешь, вояка? Сумеешь учителя своего порадовать? А чё же не порадовать? Вижу, не позабыл мою науку. Да разве такое забудешь? Век помнить буду. На это не надейся. Начнешь лениться, быстро ловкость растеряешь. Да где же я ленюсь? Каждый день упражняюсь. Алексея вон спроси. Ха, еще бы он твои слова не подтвердил. Ты в полдень скажи, что ночь на дворе, так он кивать начнет. Ну да ладно. Руки твои сами за тебя все говорят.
С возвращением, Юрий Дмитриевич. Здоров будь, Прохор. Не совсем тебя заботы заели. Поместье-то вон как разрослось, и все на тебе. Ох, батюшка, заели, еще как заели. За всем не углядишь, а боярин у нас строг. Ну уж не серчай, что я тебе забот добавлял. Молод был, глуп. Господь с тобой, Юрий Дмитриевич. Мы тебе сушило, почитай, сразу и отстроили. А хлеб все равно старый был, сгорел, туда ему и дорога. Вот вернулся ты, глядишь, с Божьей помощью и за церковь примемся. Что, так и стоит брошенное? Хоть и храм Божий, а руки не доходят. Укрепили, чем могли, и оставили до времени. А сзаду все бурьяном поросло, мы туда и не ходим. Ну, дай-то Бог. Юрий Дмитриевич, а не поможешь ли в деле одном? Что за дело? Повадился кто-то из наших в подвале снедь воровать. Вроде бы и берет немного, но захаживает часто. То мясо сушеного стащит, то масло горшок. Так может, крысы у вас завелись? У них зубы что угодно сточат. Мне стрелец один рассказывал, у них в остроге пушку медную съели. А крыс у нас Васька есть. Да видел я давеча Ваську твоего. Грелся на крыльце, сметану с морды слизывал. Так он-то крысы не жрет, брезгует, придушит и выкладывает у крыльца. Зато ему сметана и положена. Ну, если так, то согласен. Я поначалу думал, лиса или еще кто под землей ход прорыл. Но больно уж чисто все, Юрий Дмитриевич. Следов никаких. Зверь-то неразумный, непременно бы наследил. Разберемся. Люди тоже следы оставляют. В чем еще испытать меня хочешь? Чеканом помашем? Ятаганом турецким? Или лук и стрелы прикажешь подать? Ха, вроде и вырос ты, а все ребячишься. Ты боярин, а не молокосос какой. Пора уже не только саблей махать. Ты молодняку больше знать и уметь надо бы. Например? Ты вот шумишь много, а иной раз нужно ужом проскользнуть. Тише воды, ниже травы. К врагу в лагерь? Лазутчикам? Такое мне по силам. Сомневаюсь, что сумеешь. Спорим, смогу. Испытай. А чего тут думать? Как ночь настанет, прокрадись во двор, да послушай, о чем холопы боярские говорят. После мне доложишь. Всего-то. А ты думал, я тебя сразу на Туреччину пошлю? К султану турецкому под кровать? С холопами сначала справься. Сейчас бы бабу приобнять так. Греховодник, жениться тебе надобно, вот чё. Я ж молодой еще, рано мне жениться. Как девок по деревням портить, так гораст. А как жениться, так молодой. Да играешься, Тишкин дымоход, пропишут тебе ухватами. В раз за ум возьмешься. Алена вон, бояршина девка, в самом соку, к ней бы подойти. Она самой боярышни прислуга. Такая сама к кому хошь подойдет. А ты стой. Так а чё я? Хуже всех. Я, может? Нет тут крамолы. Одна похабщина. Ушиться охота. Я давеча щуку поймал. В два пуда весом.
Ой, ты ври, да не завирайся. Как ты ее поймал? Портками. А мы по-простому ловим. На луму. Как дедами заповедовано. Главное, места знать. Ну что ж это за места, где щуки в два пуда водятся? А в запрудье, что близ развалин монастыря. Небось, монахи когда-то и пустили. Ой, врешь, ой, и завираешься. То и запруды курицы по колено. От кель там щуки взяться. Да я не про ту запруду, что одесную, а то, что ашую, подальше. Там глубины, во! А еще там самище живет. Сказывали, козу как-то с водопоя утащил. А может, и людев таскал? Ой, да сказки все это, кто того сама видел? Сказывают, что видали. Ночью всплывет посереть запруды, вроде как бревно, а глядь, рыба. Кто о чем, а эти о рыбалке? Вы помяните мое слово, братцы. Быть беде. Да что ты заладил, беда, беда. Ноешь, как баба на сносях, спасу нету. Говорят, что боярин наш ляхом продался. И веру продал. А нам за иноземцев воевать скоро придется. Тише, тише. Ты дурак такое говорить? Григорий узнает, плетью отходит так, что неделю лежать будешь. Говорю же, сам видел. Ляхи по дороге через лес ехали. Все оружные по сторонам так и зыркают. И чё с того? С ляхами боярин дела ведет, это его голова. А твое дело помалкивать. Будешь много рот разъебать, шепнет то боярину про это. Будешь бит на конюшне. Разумел? То-то же. Григорий холопов за такие сплетни накажет. Только в чем их вина? Исполнил я твое задание. Ни одна живая душа меня не видела. А точно исполнил? Может, проспал всю ночь? Вот и не видел тебя никто. И прокрался, и разговоры холопов боярских подслушал. Даже так? И про что же они между собой говорили? Те, что первые навстречу попались, про баб толковали. Ха, ну тут не ошибешься. Если два мужика сойдутся, непременно баб помянут. Другие про рыбалку. Один все хвалился, что поймал щуку огромную. И это дело привычное. Про рыбалку и охоту чего только не расскажут. Вот и я, помнится, матерого кабана. Ладно, в другой раз расскажу. Что еще слышал? А еще два холопа глупости обсуждали. Это кто и какие? Те, что в конце двора стояли. Говорили, что Кручина теперь слуга польский и от веры православной отступил. И повернулся же язык у наглецов. Вот оно значит как. Я с этими умниками потолкую. Будут знать, как про хозяина ложь наглую говорить. Теперь веришь мне? Верю, верю. Только смотри, не загордись. Мимо лентяев этих ты прошел. А вот настоящих сторожей просто так не обойдешь. Надо бы с домашними поговорить, новости узнать. Здравствуй, Аленушка. Свет очей моих. Давно же я тебя не видел. Все шутки шутишь, Юрий Дмитриевич. Уж год прошел, как ты уехал, а ты все никак не поумнеешь. Так как же мне в глуши поумнеть? Ты вон при дочери боярина каждый день. Служишь ей, ума набираешься. А я с медведями брагу гонял. Одичал совсем. Негодник ты. И что в тебе Настенька нашла?
Стосковалась она вся по тебе. Батюшка ее все смурной ходит, о делах думает. Григорий то в разъездах, то на дворе на слуг орет. А от тебя, невесточки, а ей каково? Какое дело? Я-то ждал, что боярин Кручина не сегодня-завтра Настеньку замуж выдаст. Думал, на свадьбу не успеет. Ох, Юра, Юра, храбр ты, да не больно сметлив. Сходи, проведай Настеньку. Ладно, схожу. Не волнуйся. Ступай, не до тебя сейчас. Ну, здравствуй, птица-синица. Дай обниму, считай, год тебя не видел. Синица. Вспомнил тоже. У меня вообще-то имя есть. Где пропадал Басурман? Только и вестей, что ранили тебя после невесточки. А мы с Аленкой тут одни в четырех стенах сидим, как в тюрьме. Ох, Насть, тосковал я сильно. Думал, помру с тоски. Ни к какому делу душа не лежала, вот и писем не писал. Хоть бы весточку мне прислал, дурень. Что ж ты так, Настасья Тимофеевна? Зачем себя так изводить? Вроде не чужие люди, Юра. Не тебя одного тоска грызла. Ох, Настя, прости, что лишь о своих печалях думал. Но я о тебе вспоминал постоянно. Правда. Ага. Помнишь, как ты предложила копье у стражника украсть? Ой, дурак. А ты, я смотрю, за этот год сильно изменилась. Заневестилась. Батюшка уж, небось, от сватов отбоя не знает. Я... Мне только... Батюшка, думаю, того мне в пару найдет, кто и ему, и мне крепкой опорой станет. Род наш еще крепче сделает. Ну, конечно. Так и мне он хорошим другом станет. Эх, и погуляем мы! Погоди гулять. Доблестных-то много у нас. Да вот умом, похоже, не блещут. Да не бойся. Найдем тебе самого толкового на Руси. И чтоб не из робких, чтоб тебе подстать. Ступай уже, Юра. Устал, наверное, с дороги. Здравствуй, батюшка Тимофей Федорович. Юрка, здравствуй, родной мой. Вижу, что стоишь крепко. Значит, раны уж зажили. Эх, отец бы тобой гордился. Не жалуюсь. Рука саблю держит крепко, да вот скука заела в конец. Утомился я бока отлеживать. В дело хочу. Слава и честь сами не придут. Экий ты вояка. Попридержи коня. Давай сначала посмотрим, кого ты рубить собрался. Слышал я, что ты по дороге с ляжским разъездом сцепился. Ну, было такое. Ох, нехорошо это. Я королевичу Владиславу крест целовал со всеми боярами вместе. А не много ли себе люди королевича позволяют? Да и где он, королевич этот? Да и чьей он веры? Какой бы ни был, а другого уже не будет. Либо Владислав, либо снова меж собой резаться да самозванцев без конца на царство сажать. Ну что ж. Твоя голова в этом, Тимофей Федорович. И твоя рука, Юра. Я королевичу крест целовал, и ты целуй. Как скажешь, Тимофей Федорович. Ты мне вместо отца стал, и твоя присяга все равно, что моя. Вот и хорошо, Юра. А теперь слушай меня. Да слушай внимательно. Ты хотел службы? Будет тебе служба. Да хоть в пекле чертей рубить, Тимофей Федорович! Завтра же езжай на Волгу, в Новгород Нижний. Князь Пожарский все никак успокоиться не может. Опять там людей собирает на бунт.
Храбр он, да не больно умен. Разузнать нужно, кто к нему пристал, да сколько их. Почистили мне по ночам красться да разговоры подслушивать. Ты же, Юра, когда языков брал, ночью да по-тихому, их на честные поединки вызывал? Тот-то. И здесь пойдешь, не пострадаешь. Без глаз мы сейчас. Тоже правда. Не по душе мне это, но что ж поделать. А я стар, чтоб на такое дело идти. Мне уж помирать пора. Настю вот только сосватать осталось. За человека верного да близкого. Где ж ты такого человека найдешь? Посмотрим. Вернешься из Нижнего, так и поговорим. Ступай, Юра. С Богом. Ступай, Юра. С Богом. Гришка, поди-ка сюда. Как там мое дело? Нашел писарь? Ищу, Тимофей Федорович. Можешь не волноваться. Смотри, дело тонкое. Лучший нужен. Иначе не сносить нам голуб. Граждане нижегородские, люди русские, кто из вас не знает о бедствиях царства русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи ниоткуда не ждем. Долго еще злодеям поить русскую землю кровью наших братьев? Долго еще православным стонать под позорным ермом иноверцев? Потерпим ли мы, чтобы столица подчинялась иноплеменному воеводе? Оставим ли в руках врагов Москву? Отвечайте, люди! Граждане и братья, неужели, умирая за веру христианскую, мы пожалеем достояние земного? Нет. Для содержания войска отдадим все золото и серебро. А если мало и этого, продадим все имущество, заложим жен и детей наших. Вот. Все, что я имею. И пусть выступит желающий купить мой дом. С этого часа он принадлежит не мне, а войску православному. А я сам, мы все, вся кровь наша, всей земле русской.
Помогите-ка! Чего тут только нет. Со всей Руси товары везут. Кручина сказал, купца Еремеева надо в Зарядье искать. Хоромы аж княжеские. Да, богато здесь живут. Приветствую, господин хороший. Чего желать изволишь? Я Юрий Милославский, от боярина Кручины. А Дмитрия Федоровича? Как же, знаю. Боярин все подробности написал. Велел помогать, чем только смогу. Для начала нужно мне с вождями ополчения встретиться. Князем Пожарским и Кузьмой Мининым. Понимаю. Но к ним-то с улицы просто не зайдешь. Так я и не простой человек с улицы. Отца моего в Нижнем помнить должны. Верно. Помнят здесь отца твоего, Юрий Дмитриевич. Но это дело прошлое, а Минин-то князь Пожарский. Власть нынешняя. Многие с ними встретиться хотят. Хотя ты, боярин, не из простых людей, но в очереди желающих и продавить и найдутся. И как же мне с ними встретиться? Как обычно, через нужных людей. Дам я письмо к знакомому моему, Ивану Филатову. Он у Кузьмы Минина ближайший сподвижник. А дальше что? А дальше уж как он скажет. Только, думаю, сперва на тебя Юрий Дмитриевич в деле каком посмотреть захочет. Ну и чтобы свою выгоду не упустить. Угу. Ха, да уж, вы, купцы, выгоду упускать не любите. Между собой купец с купцом всегда договорятся, когда речь про деньги зайдет. Но у тебя другой случай. Деньгами с меня не взять, это точно. Понимаю, потому и думаю, что Филатов другую службу тебе предложит. А там уж как себя показать сумеешь, Юрий Дмитриевич. За это не беспокойтесь. Будем здоровы. Фух, студеная. Добрый день, уважаемый. Харитон Еремеев меня к вам послал. Вот письмо от него. Сыну князя Милославского в Нижнем Новгороде всегда будут рады. А уж если ты решил в ополчение вступить, так это и вовсе отлично. С такими-то людьми мы в два счета поляков разобьем. В ополчение я вступить готов, но только надо бы мне место достойное получить. Честь рода на мне. А вот это непросто будет. Много нынче знатных людей в Новгороде собралось. К
Кого не спроси, у всех рот тянется, если не от самого Рюрика, так уж от святого Владимира. Я родом горжусь, но за ним не прячусь. Пусть князь испытание назначит. Покажу, чего стоит. Эх, Юрий Дмитриевич, да бы я мог запросто князю Пожарскому войти, сидел бы тут. А с Мининым? Староста наш человек занятой. Не отвлечь его сейчас. Уж больно дело важное он затеял. Купчишка какой-то. И со мной, Милославским, говорить не хочет. Это что же у вас за порядки такие настали? Не гневайся, Юрий Дмитриевич. Любое дело решить можно, если покумекать. Я про твой вопрос подумаю. И сколько мне ждать? Знал бы, сказал. Хотя вот если бы ты мне в деле одном помог, то как раз как ты управишься, и вопрос бы решился. А я купца иного и не ждал. Хорошо, внукам потом будешь рассказывать, кто тебе помог. Что за дело? Есть у меня сараи лодочные. На оке стоят. Да с недавних пор завелись там тати. Приказчика моего, да двух людей с ним бились смертным боем. Да из поднего раздели, едва живы остались. И соседи бы от них разорение. А виноватят меня. Расскажи, где твои сараи, сегодня же пойду. Да неподалеку, на берегу. Если справишься с тати, век не забуду. Это не обязательно. Просто помоги с Мининым да князем Пожарским встретиться. Не беспокойся, Юрий Дмитриевич. Мы хоть и не от Рюрика рот ведем, но цену слову своему знаем крепко. Если что пообещал, сделай. Лес вам куда сказал вести? А вы где, друзья? Что-то зябко. Холодом от реки тянет. Ваня, Ваня, просто так. А вот поймите, слабо. Возьму вот и... Пойду в комару. Буду. Ох, кури медведи на ярмарках плясать. Народ не сыт. Денег будет весёто. Захочет лошадка овса, так везёт и на гору. Принимай работу, хозяин. Нету больше лихих людишек в твоих сараях. Неужто всех порешал, Юрий Дмитриевич? Счет я им не вел, может, кто и убег.
Но уверен, к твоим сараям они теперь надолго путь забудут. Вот, спасибо так спасибо, Юрий Дмитриевич. Признаю, не ждал я, что ты так быстро беду мою исправишь. А что по моим делам? Получилось договориться? Минину за тебя слово замолвлю, как и обещал. А князю Пожарскому? Тут сложнее. Сам я к Пожарскому не вхож. А кто вхож? Скажи, а дальше я уж сам. Есть человечек один, Васька Варганов. Кабаки отпускные держит. Разное про него говорят. Со многими он дружбу водит. Но уж он точно знает, кто перед князем слово замолвить может. Только не обессудь, Юрий Дмитриевич. С Васькой я без лишней на то надобности дел не имею. Ты уж как-нибудь сам... Справлюсь, не впервой. Ты, главное, про Минина не забудь. Зато не беспокойся, боярин. Мое слово крепкое. Коль обещал, в лепешку разобьюсь. Но непременно сделаю. Спасибо за участие. Пойду искать твоего Ваську. С Богом, надеюсь, не пропадешь в это время смутно. Доброго тебе дня. И тебе не хворать, боярин. С чем пожаловал? Выпить желаешь? Или в заклад чего дать? Не затем я сюда пришел. Ха, вот те наче. Если не за выпивкой или закладом, что ж тебе, боярин, надобно? Сказали мне, что ты всех в Новгороде знаешь и с кем угодно свести можешь. Уж не знаю, кто про меня такое брешет. Друзей у меня и впрямь много. Человек я простой, душа широкая, с людьми схожусь легко. Но чтобы с кем угодно, это перебор. Нужен мне человек, который сможет перед князем Пожарским слово замолвить. Князем Пожарским? Да уж, видно орла по полету. А может, тебя еще с царем немецким познакомить? А мне немцы без надобности. А вот с саблей моей ты сейчас познакомишься без сомнений. Поспокойнее, боярин, поспокойнее. А то и не таких утихомиривали. Я тебе нет. Еще не сказал. Я-то спокоен. А вот тебе за себя и свою охрану стоит побеспокоиться. Ха! Дерзок! Да ты, смотрю, готов и ворота кремлевские головой снести. Помогу я тебе. Слушай. Вот сразу бы так. Я-то человек маленький. Но вот... Ходит ко мне в кабак иной раз стрелецкий голова Прохор Голчин. Он-то и может князю Пожарскому словечко шепнуть. А как с ним заговорить? Да просто. Сядь да скажи, что хочешь за державу саблей помахать. Прохор у нас душа простая, и таких же, как он, лихих рубак всегда приветить рад. Понравишься ему? Считай, полдела сделано. За своих он всегда горой стоит. Что ж, спасибо за совет. Да не за что, боярин. Дело-то пустяшное. Ты заходи, коль нужда какая будет. А как у тебя все наладится, глядишь, и у меня к тебе дело найдется. Спасибо.
пойду к воеводе поклонюсь. Богатый дом, а охраны, считай, нет. Смелый человек этот Голчин. Добрый день. И ты, боярин, будь здрав, коль не шутишь. С чем пожаловал? Да хочу в ополчение попасть. За святое дело воевать. Что ж, дело-то хорошее. Только ты, добрый молодец, небось, рядовым стрельцом пойти не согласен. Сразу в командиры метишь. А если и так? Что в том дурного? Род мой древний, да и сам я с воинским искусством с детства знаком. Потому и хочу делу общему наилучшим образом послужить. Не ты один, боярин, не ты один. Как прошел слух, что жалуют у нас за службу верную деньгами да поместьями, много новиков набежало. И все как на подбор. И роду знатного, и саблями машут, что мельница иноземная, только посвист слыхать. Так разве это плохо, когда люди к вам идут? Да вроде как и хорошо. А только с другой стороны, где ж на всех денег да земель напастись? Минин да князь Пожарский и так днем и ночью глаз не смыкают. Так значит, проверять надо, кто языками молоть горазд, а кто и дело делать умеет. И то верно. А ты сам, боярин, из каких будешь? Испытай, узнаешь. Хоть на саблях могу, хоть как. Сабли я помахать и впрямь люблю, но сейчас не буду. Устал за день, да и хмельной слегка. А вот если сможешь мне в одном деле подсобить, то непременно за тебя слово перед князем Пожарским замолвлю. Что за дело? Беда у нас недавно приключилась. Зарубили друга моего старого, стрелецкого десятника. Говорят люди, он тем вечером в кабаке с иноземцами служилыми крепко полаялся. И вышли они следом. Но как рубились, того никто не видел. А точно ли это они? Может, напраслину возводят? Точно. Больше некому. Да они и сами в слободе сидят. Носа наружу не кажут. Явно вину за собой чуют. Я бы и сам посчитался. Да отговаривают. Мол, если слух пойдет, что сам стрелецкий голова немцев без суда порешил, большой урон всему ополчению выйти может. Отчего же? Они хоть и веры не нашей, но воюют знатно. Пробовали уже без них. Первое ополчение к Москве пришло, а стены ломать нечем. Инженеры нужны, пушкари умелые, а своих мало. Ага, теперь понятно. Но ведь если кто другой со стороны тех наемников порубит, это дело другое. А я о чем толкую? Когда людишки пьют без меры, да задирают кого попало, всякая беда с ними приключиться может. Что ж, схожу посмотрю на тех иноземцев. А то и в самом деле, как бы с ними беды какой не приключилось. Голчин попросил, чтобы немчура эта сама на меня напала. Это я мигом. Главное, чтобы они хоть чутка по-нашему понимали. Латыняне да лютеры, хорошо ли вас кормят, поэт? Да, не шалуемся. А я вот спросить давно хотел. А вот правду говорят, что девки у вас там не девки вовсе, а... мужики переодеты. Так вроде сзади девка, а повернется, так у нее бородище, как у дьякона. Что? А мужики? Так вроде вовсе не мужики, а наоборот, бабы в мужском.
Потому и лица у вас бритые, и портки срамные, и побить вас любой может. Убью! А еще говорят, что когда не смотрит на вас никто, один к другому задом поворачивается и наклоняется, как баба. Ах ты грязь! Сейчас мы тебя самого бабой сделаем! Ох ты, борзый какой! Иди сюда, немчура, спляшем! Что, ливерная колбаса, помогли тебе портки странные? На пол. Кто тут буйство развел? Иди с нами, боярин, там разберемся. Головня и в печи не горит. Эх, боярин, как же так случилось-то? Да вот как-то вышло. Прихожу, а иноземцы лежат порублены. Видать, повздорили с кем-то, а там слово за слово. Пьяным дуракам в драку влезть, что трезвому моргнуть. И то верно. Ну да и Господь с теми немцами. Жили грешно, не по православным нашим обычаям. И померли неладно. Может, кто по ним горевать и будет, но точно не я. Ну да, а как с моим делом? Получится с князем Пожарским переговорить? Это непременно. Такие люди нам нужны. Кто не языком болтает, а дело делает. А ты, боярин, я погляжу, и впрямь белым оружием рубить изрядно научен. Учитель у меня был хороший. Здесь тебе научиться вряд ли выйдет. Народу много, все горластые, а когда дело доходит, едва знают, с какого конца за саблю браться. Хотя постой, знаком ли тебе Семен Стремоухов? Стремоухов? Впервые о таком слышу. Погодок твой тоже с белым оружием ловок. Сам князь Пожарский ему благоволит. Семен как раз мне жаловался, дескать, и поразмяться не с кем. Кто против него не выходил, дольше минуты не держался. Если этот Семен и вправду так хорош, я с ним подружиться за честь почту. У него неподалеку деревенька. Я письмо напишу, чтобы ты чужаком незваным не явился. Если впрямь друг другу по душе придетесь, обоим польза будет.